Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Гонс, Ганс, Гор и Каноли. Гонс. Вот мы уже почти добрались до того страшного города, который кишил у нас зомбаками. Сейчас мы их наконец-то... А, здесь так. Даже, смотри, военные. Это граница. Граница, да? Нам надо ее пересечь. Чем? Эй, вы чё? Мы же нормальные люди. Зачем вы у нас стрелять будете? Блин, чё он так прыгает? Да ёб твою мать, кого я там попадаю? Не понял. А-а-а! Ну-ка, стоп. О, они уже попрыгали. Ух ты, ёб. Ну смотри, они сами до тебя доберутся тогда. Да сдохни. Почему у нее пули проходят через машину, а у меня нет? Как такое может быть? Так, у меня эта ружбаска закончилась. Это что-то тупит стоит. Ты чего там? Ух ты, улетел куда-то наверх. Так, что там за козел стреляет? Сколько здоровья у нас? Опять этот дом. Не понимаю, почему мы здесь-то опять? А это уже другой дом. Мы уже все на территории. Мы уже на территории. Да? А где же эти херы? Сейчас появятся. Вон они уже. Все, началось. Хорошо. Смотри, какая автоматическая пушка. Лучше тебе на нее не попадать. Да, херово. Вот в эту штуку надо, наверное, прятаться. В трубу в эту. Да, да. Когда свет проходит. Пойдем. Оп-оп-оп-оп-оп. Нас не спали. Ух ты, ёб. Чё это херня? Всех убьет, кого увидят живого, всех убьет. Так, вот эти мины, видишь? Нихерово. Вы все равно подохнете, дебилоиды. Какие-то у нас новые появились. С каким-то осьминогом. Осьминог на плече сидит. Да, зашибись. Так, пойдем. Ой, повезло. Пушка очень мощная, я смотрю. Не то слово. Хорошо бы тебе не попасть. Смотри, смотри, что делают. Они еще яростнее, чем в первой части. Идите вон, а? Успокойтесь вы. Лучше так, да. Хе-хе-хе, кто ж там стреляет? А пушка простая. Да не простая. А золотая? Ну, такая, как бы тебе Блин. Сказать. Зря. Блин, тварюга, а? Вот так вот. А мы туда не пройдем, что ли? А ты не можешь туда идти? Нет, не могу. Значит, только внизу, через низ. Блин, здорово дерьмовое. Что у нас там есть? Дробачок. Они, в общем-то, живут своей жизнью. А ну только трогают тех, кого увидят. Ты подохла, тварь. Ничего нету. Смей, дурак, по собачьи живет. Ух, ух. Скотаяск. Блин, а эти кто за мудаки-то вообще? Да что такое-то? Все, труба нам. Можно дохнуть. Да где эта кнопка вверх-то, ёб твою мать? Долбаные наушники задолбали. Ой. Собачка зомби. Да уж. Человеческая. Давай пикалек. Чё там бздит все? Ты есть не бздеть. Ой.
Блин, где здоровят? Бабах? Кто там кидает шнягу? А чё вы сразу-то его не убили? Или вы его не видите? Или он не считается? Кобздец. Сраная мышка, ёб твою мать. Винни. Нахер они ее сделали? Это тупое управление. Наитупейшее. Давай, пойдем опять. Там сейчас до черта будет. Хер. Шел нахер. Блин, здоровья сколько-то мало вообще. Сейчас мы там сердечко возьмем. И пойдем дальше. А, правильно, подожди. Лучше здесь. Блин, свет медленный, ну ладно. Но все равно. Съехал. На вниз. Так, что у нас по ружбасу? Сейчас они вот здесь тоже полезут. И сзади, и спереди. Да, полез. О, пила. Блин, она тратится. Ёб твою мать. Давай. Ну, у нас прям крутой Сэм. Серьезный Сэм. Сириус Сэм. Кто еще? Ку-ку. Все, швабра. Наверное, все. Даже под свет не попадают. Тварюга. Своих не гасим, да? Давай, клещ, еще будешь там прыгать? Сюда свет, наверное, не доходит. У тебя... Так, пойдем миниган или что-то? Автомат, да. Томпсон. Так. Мы до отсюда доходили, вроде бы, да? Лопнула шняга. Вот этот тварь. Вот это вот он тебя убил. Иди нахер! С дробовичком. Урод. Фу на тебя, военное дерьмо. Ух ты, тут как-то свет. Ну посветите вы на нее. Да, она дура какая-то. Так, а что здесь какой-то свет? Смотри, как хитро. Сделали охранение. Вот здесь можно постоять, он нас не тронет. А, нет, здесь тронет. Как такое может быть, эй? Надо в определенном месте. А, вот смотри, где ящик этот. Понимаешь, почему там этот стоял, этот, который кидал свои бочки? Сдох, уродец. Давай дохни, пухлая тварь. Эй. Сдох. Так, нам здоровье срочно и сохранение. Зачем ему интересно? Что это такое? Уничтожили. Там это кто-то что? Стреляет. Внутри кто-то сидит и стреляет. В наглую так. Сейчас мы тебе выстрелим. А, козел. Так интереснее играем. Да? Да. Ух ты, ё, мина, смотри. Сидим. Туда можно пройти. А туда я не пойду. Наверх, что ли, только, да? Видимо, через верх надо. Подожди. Оп. Хлобыси все. И вниз и. Иди нахер. Сиди там, козел. Да, да, ты. Был у нас сейф, да? Вот сейчас еще один будет. Здесь какие-то солдатики обитают. Иди!
уроды. Так, мне бы что-нибудь другое надо взять. Давай вот это возьму. Пук. Пук. Главное в голову быстрее стрелять. Херыч. Ого. Ни хера себе. Ни хрена себе. Это вообще этот... Двустволка, что ли, или что это? А, нет, вот это как дробовик. Раз и есть дробовик, ублюдок. Да. Слушайте, двустволка и дробовик, я их все время путаю. Вот это дробовик, вон он там лежит, кстати. Козелоп мне нахер. Упырь. Че, слепой, что ли? На тебе. Бах-бах! И нас что-то задело. Там ни черта нету. Пойдем вниз. Сидит. Солдер. Я здесь. Ты... Козел. А чё он не стрелял? Если что, это... Блин, я забыл. А... Дурак своего уже постелил. Ничего нету, ни этого, нету, ни хера. Ах. Кого-то гасим там. Сдох, урод. Сдох. Вот, параша. Так, как тут на свет работает? Свет работает. Вот так. Ох. Метелка стоит уже. Ой. Ой, ой, ой. Иди нахер. Тут надо прям так быстро реагировать, они могут повылезать. Еще один собачник. Перезарядку не можно этим? А, можно, да? Последний, наверное. Ты, твою мать, скотина. Этих козлов не гасен? Ой, ё-моё, все заново. Да ты рядом, что заново? Вентилятор, вентилятор сразу. Вот в этого сначала. Если уж он к тебе подбежал. Твою мать. Сраная мышь вонючая. Ненавижу. Тупое управление не сделал. Я вообще не подумал о игроках. Не спеши. Что это такое? А, вот ты можешь, кстати, за этими бочками прятаться, они тебе служат как типа щита. Давай быстрее перезаряжай. Перезаряжай нахрен. Дебилы два. Тугодума. Чё ты выстрелил-то? Очнулся, да? Сообразим. Блин, да задолбали, откуда ты бежишь там? Блин, ну это шняга. Козлиная тварь. Да иди ты нахер! Уже чем он стреляет, вообще не понимаю, какой-то пулькой. Баба. Иди туда нахер. Никого. Пока что никого. Поганый свет, а? Подожди, куда? Да что такое-то, ёб твою мать! Там же не под вентилятором. А, точно, блин. Тварь.
Шнега. Хлоп. Второй. И третий. Может быть и третий. Так, как нам туда пробиться-то? Так, что этот свет туда уходит? Он очень быстро уходит. Тварь. Ну прыгайте, уроды. Еще. Хоть бы здоровьюшку дали. Ой. Откуда они вылезли-то? Откуда они вылезли, уроды? Ну ёб твою мать, как вы затрахали-то меня уже? Не спеши. Иди нахер, козел. Вентилятор, 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 вентилятор. Блин, сраный. Да бежит, иди бежит, ты, бежит, ёб бежит, твою бежит, мать. Бежит, бежит. Шняга! Говорю, был бы джойстик, уже подохли. Зачем они эту сраную точку сделали? Не всегда ее заметишь, эту дерьмо. Такой медленный. Так, что там у нас такое? Да иди ты сюда, дебил! Конечно, да. Козел за дробовиком пришел. Как они оттуда появились, вообще не понимаю. Осторожно, бочка горячая. Сейчас зомби оттуда из дыры полезут. Ну ты, наверное, помнишь. Идите нахер. Ну да, хорошо шабанула вас, тварь. Две сейчас полусобаки, получеловека, полузомби. Стоп, полу-полу не может быть три раза. Может быть только два раза. Иди, значит, одна четверть. Так, ждем. Мас. Одна треть человека, одна треть зомби, одна треть собаки. Ага. Вот так. Чё эти сейчас побегут радостно? Горите, тварь. О, горят, действительно. Иди нафиг. Вот эти уроды, вот и деритесь там, козлы. Ну, чтоб они тебя тоже в огонь вынесли. Тварь, а? С двустволкой серьёзные дела. Долбаный ты хер. Так. Сохранение дайте. Куда? Козел. Откуда ты взялся? Там их не было вообще. Блин, нам перепрыгнуть эту шишнягу надо, да? Пошел вон, кровопийца тупорылая. Да уж. Так, что бы нам взять? Иди ты своей пилой. О, прямо в башню. Следующий побежал. Ой. Уродцы. Дайте нам сохранение, это ё-моё. Что такое? Прошли? Прошли. Зашибись нахер. О, уже зомбаки. Бомб всяких. А, смотрите, зомби-солдаты. Они просто высоко не могут стрелять. О, здорово, Сень. Да нахер ты мне нужен? Подожди, подожди, пусть бежит. Пусть, да, да, да.
Кто знал, что они побегут? Да сдохни ты, вот. Фу, странно. Если мы пойдем, что будет? Карантинная зона. Что это было? И ты умудрился прыгнуть прямо на бомбу, на это. Да? О, дура бежит с оторванной рукой. Ты зачем? А, она со своей рукой. Она бежит тебе показать, что... Смотри, я руку себе оторвала. Да. Я руку себе оторвала, посмотри, Винни. Идем до сохранения, да и все. Винни, Билли. Идите вы нахер. Ну что ты пристала-то? Хорошо, живет на свете Винни. А что там внизу? Пес. Шел он. Ну, зомбаки они слабые. Вот этот мудак уже с рухбасом. Блин, ты что за фигня? Огнемет. Жарим, 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 жарим. Класс, крас, колрас или класс. Мне сохранение нужно. Ни черта. Гори, стерва. Да откуда вы все прыгаете, идиоты? Идите нахер. Пойдем наверх. А мы наверх не сможем, да? Или сможем? Почему сможешь? Ну, пойдем. Ага, хер только снизу, ну ладно. Пошли снизу. Вот это вот что такое? Где? Лестница куда идет? Ну, не, мы не сможем по лестнице. Он по лестнице не прыгает. Да, да, да. Куда-то убежал. О, чё, бегает. Дурак, что ты там бегаешь? Ну, подохни. Ой-ой-ой-ой. Ой, это что-то висит, смотри. Видишь? А, вижу, да, смотрите. Ну, ты что такие, там... типа, прикольчиков решил сделали. Умереть? Хорошо, Винни подкрепился. Хорошо, что мы не горим. О, кидают эти мины. Минодел. Да отстань ты от нас. Тряпкой своей размахивает, метелкой своей размахивает уборщица. Нихерово. Потому что нечего там стоять. Это прямо аж туда идти, что ли? Все, до сохранения идем, давайте. Кидаем, кидаем, раскидываем этих собак. Ох, потому что да. Повылезали собачники. Эти они легкие вообще. Все, здесь закончим. Подписка на канал, вступать в группу ВКонтакте, комментировать, ставить лайк. Пока. Пока.